побежал, пока настанут имена, когда вырву кусок мяса, и это криминал. Имена перегар сделал так, чтобы я принял и вернул свое старое имя Хитманьяк. Они повсюду. Осторожно. Перезаряжай. Мой генерал должен вам сообщить, что мы потеряли много людей в бою с восточным драконом, но как оказалось, защитные укрепления у нашего противника очень надежны. Они оставили важные экономические и гражданские здания без охраны. Они должны стать нашими следующими целями в войне с глобальным угнетателем. Давайте снова поднимемся, мой брат. Вы сможете привести нас к окончательной победе. Пришло время, мы преследуем справедливые цели, и наши солдаты уже готовы. Мы поразим наших врагов, как гром среди ясного неба. Осторожно. Они убегут от нашего праведного гнева. Их армии превратятся в прах. Сотрите их с лица земли. Кто всех, есть всех, для меня? Взять их. Мы ничего не боимся. Сюга, приближайся. Тирана, хорошая идея. Меньше слов и больше дела. Извини, но никаких точно по расписанию. Что? Мы возьмем его. Воин пал. Мы порвем его на кусочки. Хорошая идея. Что есть для меня? Мы порвем его на кусочки. Я отправлю незашифрованное сообщение. Мы ничего не боимся. Мы возьмем его. Воин послужит уроком для китайцев. Я убил троих. Это так мило. Я убил четверых. Скотт, отправляйся в наше укрытие в горах и приготовься к контратаке. Китайцы прочесывают холмы в поисках нашей скрытой базы. Генерал, китайцы собрались вокруг большой дамбы. Если мы уничтожим дамбу, то жители деревни будут свободны от китайских тиранов. Китайцы вошли в деревню и развернули широкую пропаганду на этих простых рыбаков. Ходят слухи, что в этой зоне есть один секретный торговец оружием. Если мы найдем его, тогда мы достанем оружие для нашего плана. Генерал, дорога свобода. Уничтожьте дамбу и китайцев накажите за их заносчивость. Что вам от меня надо? Наше дело правое. Ничто нас не остановит. Ничто нас не остановит. Приближаемся! Мужество приведет нас к победе. Чего тебе надо? Все еще бежит. Мы получим то, что нам надо. Держись. Уже идем. Да, я знаю. У меня есть много оружия для продажи. Как насчет ракет для ваших танков? В бой! Уже идем. Модернизация завершена. Да, я знаю. Чего тебе китайцы надо? Уже близко. Сейчас мы дадим этих ресурсов. Мы вступим в бой тогда, когда будем готовы. Не делайте мне больно. Я сделаю все, что в моих силах. Я сделаю все, что в моих силах. Я голоден. Ракета «Скорпион» заряжена, сэр. Все готово. Я замаскируюсь. Это простая маскировка. Я должен доставить. Я замаскируюсь. Мы их проведем. Извини, но никаких пометок здесь нет. Я замаскируюсь. Это простая маскировка.
Под какой транспорт замаскируемся? Точно по расписанию. Я должен доставить почту. Извини, но никаких пометок здесь нет. Наша работа выполнена. Наши дома в опасности. Что вам от меня надо? Скорпион готов выпустить свое жало. Я выполню свой долг. Легкий танк Гла. Хорошо. В бой. Уже идем. Все еще бежит. Наша воля непоколебима. Я буду работать. Нехилая была работа. Я всего лишь крестьянин. Я буду работать. Мы должны отстоять свою землю. Найдем укрытие в туннелях. Генерал, наши владения под огнем. Я голоден. Все готово. Ну, если это действительно то, чего ты хочешь. Почтовая служба Гла. Мы ничего не боимся. Уже идем. Все готово. У нас сильный клан. Все готово. Вот и я. Перевожу. Я не несу ответственности за повреждение груза. Груз уже в пути. Груз уже в пути. Беру биобомбу. Почтовая служба Гла. Биобомба загружена. Беру высокоэффективную бомбу. Я должен доставить почту. Высокоэффективная бомба загружена. Извини, но никаких пометок здесь нет. Беру биобомбу. Беру высокоэффективную бомбу. Я не несу ответственности за повреждение груза. Биобомба загружена. Я должен доставить почту. Я не несу ответственности за повреждение груза. Вот и я. Перевожу. Вот и я. Я прорвусь. Почтовая служба Гла. Селяне охраняют. Пора устроить маленькую засаду. Груз уже в пути. Ничто не остановит почту. Груз уже в пути. Груз уже в пути. Нас атакуют. Я должен доставить почту. Разогреваю движок. Селяне бегут. Они с нами заодно. Смерть тиранам. В бой. Да, иду. Приближаются китайские войска. Там мы будем в безопасности. Хорошо, хорошо, я буду работать. Охраняю подземные туннели, Гла. Я голоден. Это непростая работа. Что? Уже идем. Найдите местечко для меня. Мы порвем его на кусочки. Хорошая идея. Воин пал. Что есть для меня? Держись. Да, я знаю. Что есть для меня? Бой! Порядок! Порядок! Здание уже сооружено. Идем! Разве мы не можем жить в мире? Я делаю то, что мне сказали. Тихо! Я мы чувствую, должны отстоять совсем близко! Хорошо, хорошо, я буду работать! О, сколько здесь ресурсов! Мы ничего не боимся. Что? Скорпион. Все еще бежит. Порядок. У нас сильный клан. Воин пал. Все еще бежит. Найдите местечко для меня. Держись. Да, я знаю. Выпустить свое жало.
Найдите местечко для меня. Все еще бежит. Порядок. Чего тебе надо? Готов выпустить свое жало. Готовьтесь к бою. Берите их силой. Скорпион готов выпустить свое жало. Чего тебе надо? Держись. Да, я знаю. Найдите местечко для меня. Найдите местечко для меня. У нас мало энергии. Наше дело правое. Ничто нас не остановит. Скорпион. Да, я понимаю. Я сделаю это. У нас сильный клан. Давай подберем немного груза. Зачем вам это понадобилось? Где ближайшее депо? Возобновляю снабжение. Давай подберем немного груза. У нас здесь дел хватает. Нам нужно больше ресурсов. Держись! Давай подберем немного груза. По расписанию. Поддерживайте приток денег. В бой! Найдите местечко для меня. Давай подберем немного груза. Хорошая идея. Уже идем. Найдите местечко для меня. У нас здесь дел хватает. Сколько можно сделать денег? Это что, краткий доступ? Где ближайшее депо? Это что, краткий доступ? Очень экономно. Наш сюрприз вон там. Это что, краткий доступ? Что? Это можно пустить на переработку? Все еще бежит. Порядок. Да, я знаю. Мы возьмем его. Хорошая идея. Порядок. Найдите местечко для меня. Да, я знаю. Уже идем. Да, я знаю. Все еще бежит. Китаю уже понадобится идем. Новый источник ресурсов. Держись. Уже идем. Найдите местечко для меня. Воин Чего пал. Тебе надо? У нас сильный клан. Порядок. Да, я знаю. Все еще бежит. Все еще бежит. Мы возьмем его. Порядок. Что есть для меня? Мы возьмем его. Мы порвем его на кусочки. Ну что, поработаем? Хорошая идея. Все еще бежит. Что есть для меня? Держись. Порядок. Держись. Грузовик здесь. Это что, краткий доступ? Возобновляю снабжение. Сколько можно сделать денег? Где ближайшее депо? Я всего лишь крестьянин. Могу я надеть туфли? Неужели нужно так далеко заходить? Не делайте мне больно. Я голоден. Я сделаю все, что в моих силах. В бой! Что? Уже идем?
мы порвем его на кусочки. Мы возьмем его. Ну что, поработаем? Они просто не уничтожат его, уничтожат на кусочки. Всех. Хорошая идея. Воин пал. Ну что, поработаем? Порядок. Найдите местечко для меня. Мы порвем его на кусочки. Ну что, поработаем? Хорошо, хорошо, я буду работать. Мы получим то, что нам надо. Хорошая идея. В поле зрения дамба. Открыть огонь. Воин пал. Все еще бежит. Хилая была работа. Порядок. Я подчинюсь. Хорошо, уже иду. Мы нашли тайную тропу. Она слабо охраняется. Мы ничего не боимся. Найдите местечко для меня. Это можно пустить на переработку. Воин пал. Да, я знаю. Мы получим то, что нам надо. Да, я знаю. Все еще бежит. Уже идем. Чего тебе надо? Порядок. Да, я знаю. Уже идем. Держись. Хорошая идея. Мы порвем его на кусочки. Ну что, поработаем? Мы получим то, что нам надо. Что есть для меня? Это можно пустить на переработку. Такова судьба нашего врага. Руины и смерть. Держитесь, наши враги обречены. Мы набросимся на них как цунами и сравняем их с землей. Это послужит уроком для китайцев. Добро пожаловать в сказку Хитмэниака.